прекрасная голубая планета – общий дом для всего человечества. Люди с разным цветом кожи, принадлежащие к разным регионам и национальностям, знакомятся друг с другом через встречи и берутся за руки, узнавая друг друга, чтобы вместе построить свой дом и помочь колесу истории катиться вперед. Год жития зависит от мин-сян-чин. 搞好上述领域的合作，必须得到各国人民的支持，必须加强人民的友好往来，增进相互了解和传统友谊，为开展区域合作奠定坚实的民意基础和社会基础。 2013 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул идею совместного строительства экономического пояса «Шелкового пути», он обозначил связь между народами в качестве одной из пяти целей, которые стали важным содержанием и гуманистической основой совместного строительства «Одного пояса, одного пути». Строка из китайской книги песен «Ши Цзинь» бросила мне персик, а я в ответ нефрит, которая передается на протяжении тысячелетий, воплощает в себе приверженность китайской нации традиционным моральным ценностям, для которых характерна чуткость и сердечность по отношению к другим людям. Сегодня, когда идет совместное строительство одного пояса, одного пути, происходит история о связанности сердец. Собой переходную зону между пустыней Сахара в северной части Африки и саванной в южной, пересекающую весь африканский континент с запада на восток. Горячие сухие ветра, которые приходят из пустыни на севере, уносят с собой большую часть водяного пара из воздуха, вследствие чего эта территория превратилась в один из наиболее подверженных экстремальной засухе регионов в мире. Источник жизни. На пустынных землях, в полосе Сахеля, жестокие засухи случаются одна за другой, погружая местных жителей в нищету. В самой засушливой области Луга, в северной части Сенегала, в сезон суровой засухи в школах невозможно проводить занятия. Взрослые занимаются поисками средств существования, а дети ищут воду. До их пункта назначения 20 километров. На то, чтобы один раз проделать путь туда и обратно, уходит большая часть дня. Люди в засушливых районах центральной и западной части Китая тоже когда-то жили такой жизнью. В феврале 2013 года председатель Си Цзиньпин приехал с инспекцией в деревню Юань-Удуй уезда Вэйюань города Динси, где принял из рук сельского жителя ковш с водой. Си Цзиньпин сказал: «Мы будем вместе прилагать усилия ради того, чтобы жить становилось все лучше». Это четкая позиция руководства Китая по отношению к бедности. Одну за другой бедную деревню центральной и западной части Китая провели воду, электричество, интернет и проложили дороги. Продвижение к обществу всесторонней средней зажиточности пошло шаг за шагом. Китай, который испытывал те же горести, ходил теми же путями и лелеял те же всеобщие чаяния о лучшей жизни, глубоко сопереживал положению развивающихся стран, участвующих в совместном строительстве одного пояса, одного пути. В сентябре 2016 года в Ханчжоу прошел саммит лидеров стран G20. Такие вопросы развития, как ликвидация бедности, стали важными темами для обсуждения. 消除贫困和饥饿, 推动包容和可持续发展, 不仅是国际社会的道义责任, 也能释放出不可估量的有效需求, 让增长和发展 汇集所有国家和人民, 让各国人民, 特别是发展中国家人民的日子, 都一天天好起来。
Первым на этот саммит в Ханчжоу прибыл президент Сенегала Маки Сал. Китайско-сенегальские отношения сделали важный шаг вперед и поднялись до уровня всестороннего стратегического партнерства. Также было достигнуто взаимопонимание по оказанию Китаем помощи в реализации проекта по бурению скважин в сельской местности Сенегала. Через полгода данный проект, осуществляемый Китаем, официально стартовал. Это было делом первостепенной важности для решения вопроса развития и повышения качества жизни в Сенегале. Сабу минен, сиво бенгари на до, бенгона синва берек, берда бенма денжал. Изде бенгари бенгони синва бетан, сами бенгани ук синва бекоп лиги кондир Сенегал. Доверие африканского народа было завоевано благодаря высоким технологиям и стойкому духу китайцев. В Сенегале очень сложные геологические условия. В процессе продвижения бура под землю мы увидели слои коричневого песка, красноватого песка и краснозема. Благодаря упорству и круглосуточному труду китайцев удалось пройти через 31 разный пласт, пока на глубине 515 метров, наконец, не были обнаружены признаки подземных вод. Почти каждая такая скважина расположена в отдаленном месте с суровыми природными условиями. Го вместе со своими сенегальскими учениками много лет будет здесь скважины. Такие обстоятельства уже стали для него обыденностью. До места, где надо вырыть скважину, рукой подать. Но нагруженный оборудованием грузовик может проехать по песку, только если подложить две железных пластины. Путь в несколько километров иногда преодолевают несколько дней. Ученик Го и сотрудник китайской бригады по бурению скважин. Finalement, le moment qu'on entre, on n'avait pas de métier. Gagné ici, il y a beaucoup de métiers, le moment. Comme un foreur, on a gagné ici un métier de foreur. Маиб научился бурить скважины, а Го, благодаря ученикам, освоил местный язык. Он всегда говорит, нет таких высот, которые нельзя взять общими силами. В пустынном регионе уже очень давно ждали воду. Только перенеся тяготы засухи, можно понять всю ценность этого момента. Июля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Сенегал и получил теплый прием со стороны местных жителей. К этому моменту реализация китайского проекта по бурению скважин уже продвинулась вперед больше, чем наполовину. Председатель Си Цзиньпин опубликовал в известной местной газете «Ле Солей» знаменитую статью «Солидарность Китая и Сенегала», в которой упомянул о том, что финансовые средства, предоставленные китайской стороной в рамках проекта по бурению скважин в сельской местности, позволили построить 251 скважину и сеть водоснабжения длиной 1800 километров, что решило проблему с питьевой и бытовой водой для 1/7 населения Сенегала. Это проявление искреннего сопереживания местным жителям, а также движение плечом к плечу по пути совместного развития. Через месяц после визита в Сенегал в Пекине состоялся симпозиум по случаю 5-й годовщины продвижения строительства в рамках инициативы «Один пояс, один путь». На симпозиуме генсек Си Цзиньпин изложил мировоззрение китайцев, которое заключается в добром отношении к иностранцам и стремлении принести гармонию во все соседние страны.
Он сказал, что именно эти современно реализованные маленькие замечательные проекты по улучшению качества жизни, которые отвечают насущным потребностям населения и приносят пользу местным жителям, являются повседневной пищей, обеспечение которой нельзя прекращать. После этого симпозиума было реализовано большое количество проектов, отвечающих насущным потребностям жителей стран-партнеров. Продвижение совместного строительства в рамках инициативы «Один пояс, один путь» непрерывно углублялось и усиливалось. Каждая голубая точка представляет систему водоснабжения. На сегодня в Сенегале уже полностью построена 251 система подачи воды, что не только разрешило самую острую проблему местного населения с труднодоступностью воды, но и придало новый импульс экономическому развитию. Область Луга – самая большая база по разведению овец в Сенегале. В 2018 году здесь было меньше 1 миллиона животных, а к 2021 году поголовье овец в Луге достигло 1 миллиона 830 тысяч особей, увеличившись за 3 года почти на 90%. Рост количества овец бесспорно связан со скважинами. В период засухи, который может длиться до 6 месяцев, 98% семей выращивают своих овец с помощью скважин. Скважина в деревне Найде была создана в 2018 году. Прошло 5 лет, а объект, который возвели китайцы, работает все так же хорошо. В засушливый сезон чистая скважинная вода в корыте блестит на высохшей земле, как драгоценный камень. Когда съемочная группа снова вернулась в деревню вместе с бригадой по бурению скважин, местные жители сразу же узнали китайцев, с которых в то время здесь вот лился ручьем. В 2018 году беспилотная камера сняла с воздуха, как выглядела эта маленькая деревушка посреди пустыни. Через 5 лет объектив камеры снова нацелился на это место. В деревне прибавились светящиеся объекты. Это свет, который отражают под палящим солнцем листы железа на крышах новых домов. Когда появилась вода, сельские жители смогли сами делать кирпичи. За 5 лет в деревне Найде было построено 16 новых кирпичных домов. Энергичное движение навстречу новому быту – это самое большое изменение в жителях деревни Найде. Инициатива «Один пояс, один путь» помогла им прийти к лучшей жизни. Тема Бога Дамсин. День моего бузин. Магер пол Дамсин так немган силен. Это история о воде и о дружбе, которая вытекла из воды. Деревня расцвела благодаря воде. Такие истории о сокращении бедности непрерывно происходили в течение 10 лет совместного строительства «Одного пояса, одного пути». Страны-партнеры всегда коллективно вели изыскания на пути к ликвидации бедности и достижению благополучия. Согласно ежегодным отчетам, которые последовательно публикует Всемирный банк, в 2020 году количество людей, живущих в крайней бедности, выросло впервые за 20 с лишним лет. Это означало, что продвижение глобального сокращения бедности столкнулось с огромным вызовом. Другой доклад Всемирного банка, который был сфокусирован на инициативе «Один пояс, один путь», вселил в людей надежду. Ожидается, что к 2030 году, благодаря совместному строительству «Одного пояса, одного пути», 7 миллионов 600 тысяч человек избавятся от крайней бедности, а 32 миллиона человек от умеренной. В эти 10 лет Китай совместно с Камбоджей, Лаосом и Мьянмой создал множество показательных площадок для сотрудничества по сокращению бедности в Восточной Азии, делая упор на демонстрацию опыта по адресной помощи нуждающимся и ориентированной на развитие модели борьбы с бедностью, чтобы предоставить странам Восточной Азии решения по снижению уровня нищеты и улучшению качества жизни населения. Китайская агротехнология «дзюньцао», что в переводе означает «грибы и трава», прижилась в 100 с лишним странах от южной части Тихого океана до Африки и Южной Америки, благодаря чему для местных жителей были созданы сотни тысяч зеленых рабочих мест.
Различные проекты сотрудничества в сфере сокращения бедности, реализуемые Китаем совместно с партнерами, принесли людям рост доходов, улучшение жизни и будущее, которого стоит ждать с нетерпением. Китайский врач Пан Сянбин провел 4 операции. Для него это был обычный день. А для лаосских врачей и местных жителей такие операции – большая редкость. The procedure, we don't need to open the chest, no the CPV, and just only the needle, just a very small hole. And we only take 10 minutes to finish the whole procedure. Так не только спасаются жизни пациентов, но и бескорыстно передаются знания. Это гуманизм врачей из Китая. Бан ан бон хан кай сок лик но ве дэ хап окат ни ча кун ди чай лай. Сюэ ман вай ванг чай но пва ва кун ка пин ан пу ти кэнг на ма чак чин ма сой лэ. За 10 лет Китай подготовил десятки тысяч специалистов в области управления здравоохранением, общественного здравоохранения, медицинских исследований и других областей для стран-участников одного пояса, одного пути, повысив местные медицинские стандарты. Китайские медицинские бригады побывали в 62 странах, в их составе было свыше 6400 человек, которые оказали помощь почти 20 миллионам местных пациентов. Искренность и добрые намерения китайцев принесли им огромное количество настоящих друзей и хороших партнеров. Китай никогда не оставался в стороне перед лицом серьезных испытаний эпидемиями и прошел через лечение малярии артемизинином, а также борьбу с эболой в Африке. Когда внезапно разразилась эпидемия COVID-19, Китай объединился со странами-участниками коллективного строительства одного пояса, одного пути, чтобы рука об руку противостоять огромному вызову. Вирус не знает государственных границ и не различает национальностей. Все человечество – это сообщество с единой судьбой. Сплоченное сотрудничество – самое эффективное оружие для победы над эпидемией. В мае 2020 года в решающие моменты глобальной борьбы с эпидемией состоялась 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью. 我呼吁, 让我们携起手来, 共同佑护, 各国人民, 生命和健康, 共同佑护, 人类共同的, 地球家园, 共同构建人类卫生健康共同体. Необходимость совместного построения сообщества единого здравоохранения человечества является твердой убежденностью, которую Китай сформировал во всем мире. Вакцина – это мощный заслон, защищающий жизнь. Китай не терял ни секунды в деле разработки вакцины от COVID-19, одновременно продвигаясь вперед в нескольких технологических направлениях и развернул сотрудничество по поиску вакцины с множеством стран-участников коллективного строительства одного пояса, одного пути. В том числе 7 стран приняли активное участие в решающий момент разработки Синофарма. Это Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Египет, Перу, Марокко и Аргентина. 紧密地在一起就是携手并肩共同的努力如山的文件堆在会议室里你就看每一个房间都会有几十个人中方和外方的人员一起努力做一件事情天天的夜里累了夜里我们的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 我
ما كان في حد يشتكي من التعب أو إن حتى قلة النوم. 心往一处想，劲往一处使，凝成了一股绳。当我们实现了一个小目标的时候，大家就一起庆祝，有欢笑，有泪水。China, thank you very much.
За 4 с лишним месяца 7 стран провели испытания на почти 70 тысячах человек. Первая в мире инактивированная вакцина от COVID-19 наконец была одобрена для регистрации в Объединенных Арабских Эмиратах и поступила в продажу. Китай и Объединенные Арабские Эмираты вместе назвали ее «Хаят», что в переводе с арабского означает «вакцина жизни». После этого некоторые страны тоже по очереди разработали, произвели и выпустили вакцины от COVID-19 на рынок. Но в глобальной борьбе с эпидемией по-прежнему наблюдался вакцинный дефицит. В некоторых развивающихся странах, которые остро нуждались в прививках, вирус часто мутировал, однако им было очень тяжело получить вакцину. В этой сложной ситуации был проведен глобальный саммит по здравоохранению, на котором председатель Си Цзиньпин призвал отказаться от вакцинного национализма, чтобы повысить физическую и финансовую доступность вакцины в развивающихся странах. На этот раз страны-участники совместного строительства одного пояса, одного пути снова быстро взялись за дело. Китай развернул совместное производство в таких странах, как Индонезия, Египет и Сербия, чтобы содействовать справедливому распределению вакцины в мире и вместе защитить здоровье человечества. Одного пояса, одного пути прорывались сквозь препятствия и пересекали океаны. Вакцину получили государства, раздираемые войной, островные страны Тихого океана, страны Карибского бассейна, а также большее количество азиатских и африканских государств. La pandemia ha dejado al descubierto lo injusto del desarrollo económico mundial. Que cuando las vacunas ya hayan salido a la luz por el COVID-19, el 90% de las vacunas se hayan concentrado para el 10% de la población, habla de lo injusto que ha sido el sistema. Y allí China tuvo un gran comportamiento con países como los países latinoamericanos. I want to salute the way in which your country has always seen small states. When I spoke to President Xi before, I indicated that we thought that it was perfect in terms of being able to create opportunities for countries globally. I genuinely believe that the world is a better place if it comes together to work together. Когда судьбы взаимосвязаны, радости и горести становятся общими. Сегодня все страны и народы, участвующие в совместном строительстве одного пояса, одного пути, сплотились и прилагают общие усилия для того, чтобы превратить один пояс, один путь в дорогу здоровья, ведущую к защите безопасности людей и содействовать созданию сообщества единого здравоохранения человечества. Продолжила оставаться нестабильной. Региональные конфликты, климатические проблемы и экономическая рецессия привели к нарастающему обострению продовольственного кризиса. В мае 2023 года самые свежие данные, которые появились в глобальном докладе о продовольственных кризисах, вызвали у людей сильную беспокойность. Доклад показал, что 258 миллионов человек во всем мире испытывают кризис или острую нехватку продовольствия. Это самый высокий показатель за всю историю опубликования доклада, начиная с 2016 года. Число стран, переживающих серьезный продовольственный кризис, возросло с 48 по состоянию на 2016 год до 58 по данным 2022 года. Изучив аналитический отчет, мы обнаружили, что количество людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности во многих странах, увеличилось более чем в 10 раз. Однако в одном государстве численность населения, испытывающего острую нехватку продовольствия, не выросла, а наоборот снизилась с 2 миллионов 600 тысяч человек, по данным 2017 года, до 1 миллиона 400 тысяч человек по состоянию на 2022 год. Что же стало причиной, которая привела к таким крупным переменам в этой стране?
1 июня 2023 года в деревне Линге-4, коммуны Гиханга, провинции Буванза, страны Бурунди, в Восточной Африке, состоялось торжественное празднование. Сезон сбора урожая поливного риса длится в Бурунди с мая по июль. В демонстрационной зоне по выращиванию китайского гибридного риса урожайность достигает более 10 тонн с гектара. По сравнению с местным рисом, это в 3-4 раза выше. Но до присоединения к коллективному строительству одного пояса, одного пути ситуация была совсем другой. Если посмотреть со спутника, будет видно, что республика Бурунди находится в самой большой зоне разломов в мире – восточноафриканской рифтовой долине. Из-за сильной распространенности здесь плато и горных районов Бурунди называют горной страной. Большая половина из 12 с лишним миллионов человек населения круглый год испытывает нехватку продуктов питания. Кирахунда с детства живет в деревне Линге-4. Голод – самое глубокое воспоминание из его детства. Из-за нехватки высокоурожайного зерна и технологий местные жители держали большие сельскохозяйственные наделы, но по-прежнему не могли наесться досыта. Жаждущая перемен республика Бурунди обратила свой взгляд на Китай. Китай – самая древняя страна в мире, которая выращивает поливной рис. Полвека назад Китай стал первым в мире государством, которое успешно вывело гибридный рис и распространило его в широких масштабах, что помогло решить проблему пропитания почти 1/5 населения планеты, используя менее 9% от общемирового фонда пахотных земель, благодаря чему Китай стал самой крупной в мире страной-производителем зерна и третьим крупнейшим экспортером продовольствия. Это позволило увидеть надежду очень многим странам, столкнувшимся с вызовами в сфере продовольственной безопасности. В 2016 году председатель КНР Си Цзиньпин предложил усилить сотрудничество в области глобальной продовольственной безопасности и оказал содействие в этом направлении. Африка – это регион с самой высокой концентрацией стран, столкнувшихся с вызовами в сфере продовольственной безопасности в мире. В 2018 году состоялся Пекинский саммит форума китайско-африканского сотрудничества, на котором Китай подписал с 28 африканскими странами и Африканским союзом меморандум о взаимопонимании в области строительства одного пояса, одного пути. На этом саммите председатель Си Цзиньпин впервые предложил увязать построение одного пояса, одного пути с реализацией повестки дня Африканского союза на период до 2063 года, чтобы поддержать Африку в достижении цели продовольственной безопасности до 2030 года. Когда-то Бурунди была одной из стран, испытывающих самый серьезный продовольственный кризис. Avant 2021, on s'était parlé au téléphone. Et il connaît mon ambition, c'est la recherche du bien-être de nos citoyens. Nous voyons les choses de la même manière. Et puis, mon slogan, c'est chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche et de l'argent pour subvenir aux besoins élémentaires des citoyens. Les leaders chinois disent que au lieu de donner le poisson, il faut t'apprendre à pêcher. La Chine a accepté de rester avec le Burundi même pendant les moments difficiles. Et vous avez un partenaire de tous les temps pendant les épreuves. Равнина Имбо – одна из немногочисленных равнинных территорий в пределах Бурунди. Направленная из Китая группа экспертов-агротехников высшего класса выбрала в качестве первой демонстрационной площадки по выращиванию гибридного риса деревню Линге-4 на равнине Имбо. Ян Хуаде – руководитель группы экспертов. В детстве Ян Хуаде тоже пережил голод. Решить проблему с пропитанием его семье помог один агротехник. Повзрослев, Ян Хуаде тоже стал экспертом-агротехником. Приехав вместе с коллегами в Бурунди по направлению Центра по международному обмену при Министерстве сельского хозяйства и сельских дел, они организовали местных жителей на то, чтобы начать преобразование аграрного способа производства.
他那个施肥施得很少，采的技术很不规范，然后我们就针对这些问题进行逐项的研究。 Раньше рис в деревне Линге-4 сильно страдал от болезни спирихулядиоз. Люди всегда высаживали рассаду, как попало. Сельские жители произвольно засеивали на 1 гектар земли 50 килограммов семян. Алькона мафранга, вахисиванирика обухинга гокурима, гукореша и биро чуми на витану, кухигитаре имуэ. Я не знаю, что это за сын. Я не знаю, что это за сын. Под руководством группы экспертов из Китая урожайность поливного риса на демонстрационной площадке в Бурунди быстро возросла, установив рекорд по продуктивности поливного риса в Африке. Это стало эпохальным преобразованием для сельскохозяйственного производства в Бурунди. Общий урожай поливного риса вырос от 56 тысяч тонн по данным 2018 года до 259 тысяч тонн по состоянию на 2021 год, резко увеличившись на 365%. В Бурунди снова настал радостный момент созревания богатого урожая зерновых, а молодой Иракунда готовится к главному событию в своей жизни. Когда-то он, имеющий происхождение из бедной семьи, был нищим, но теперь, благодаря подготовке, пройденной у китайских экспертов, уже сам стал местным специалистом по поливному рису. Иракунда влюбился в красивую девушку, они собираются вступить в брак. Kugirango aze kurubanza rwo wanje abagenzi ababanyi ababyeyi banje babone watumye ntera intambwe. После свадьбы Иракунда отправился по поручению президента Бурунди в соседнюю демократическую республику Конго, чтобы обучить большее количество людей технологии выращивания гибридного риса. Другой ученик, прошедший подготовку у китайских экспертов, Ндай Кедже, поехал еще дальше. Друзья, разделенные расстоянием между двумя регионами, всегда хотят поделиться самым свежим и лучшим опытом. My daughter, the name is Evrania. Why? Because I can't forget. I see what he said before. Now is good. Now I see. It's why I see China. Not don't think about China only. They think about others. It is good life. It is good to live better. He told me, when you are rich, think about others to be rich. My life changed, and also near for me, other people. В семенах созревает надежда, а урожай приносит благополучие. Обмен товарами, который шел на древнем шелковом пути больше 2000 лет назад, когда-то оказал глубокое влияние на мир. Поэтому каналы рис, чай, пионы и хризантемы китайского происхождения попадали в Европу, а соевые бобы и цитрусовые отправлялись через океан в более отдаленную Америку. Виноград, гранат, вишня, острый перец, помидоры и другие продукты, происходящие из Европы, Западной Азии и Америки, доставлялись по шелковому пути в Китай. Сегодня
жизни, сотрудничество в аграрной сфере, которым занимается Китай, снова открыло тысячелетний путь дружбы. Китай направил 70 с лишним стран и регионов от берегов реки Меконг во Вьетнаме и островной группы Лусон на Филиппинах до равнины Инда в Пакистане, от холмистых речных долин Нигерии до возвышенности на востоке Мадагаскара. Более 2000 агротехников и экспертов в области сельского хозяйства, которые продемонстрировали и внедрили свыше 1500 агротехнологий, что позволило реализовать проекты по увеличению урожайности от 40% до 70%. Делясь возможностями по развитию сельского хозяйства и уменьшая голод и недоедание, Китай рука об руку работает со странами-участниками коллективного строительства одного пояса, одного пути, чтобы создать счастливый путь, который обеспечит продовольственную безопасность и улучшит благосостояние народа. Пересекает большую часть Европы, причем 1/5 русла реки протекает через Сербию. В месте слияния Моравы и Дуная расположен металлургический комбинат «Смедерево». Этот комбинат с вековой историей когда-то был гордостью Сербии. Однако в 21 веке металлургическое предприятие пришло в упадок и оказалось на грани банкротства. Затем комбинат купила одна американская компания, но он 10 лет подряд приносил убытки. В итоге американская компания продала комбинат правительству Сербии за $1. Чтобы спасти металлургический комбинат, местные власти проводили одни международные торги за другими, но надежда раз за разом оборачивалась тяжелым разочарованием. Еще одно напомню, что Хабис от изъятного значения за град Смедерево. Не само что ради 5000 людей, nego ima i 20.000 ljudi ukupno koji su kao treće lice vezane za rad železare. To je gotovo polovina stanovništva, kompletna naša opština je vezana direktno ili indirektno za železaru. В это время в далеком Китае, который находится на расстоянии нескольких тысяч километров, Хэбэйская металлургическая корпорация как раз искала новые возможности для развития. Они протянули Смедеревскому металлургическому комбинату оливковую ветвь в рамках одного пояса, одного пути. Но перед лицом предложения о сотрудничестве, исходящего от Китая, сотрудники испытывали противоречивые чувства. Их беспокоили такие вопросы: действительно ли китайцы думают о будущем Смедеревского металлургического комбината? Не делают ли они это только ради денег? Не проведут ли они масштабное сокращение штата? И не привезут ли после этого много китайских работников? Люди напряженно выжидали. В апреле 2016 года они наконец дождались прибытия китайской команды. Никто не мог представить себе, что приедут всего 9 человек. Чисто там没想到中方从收购那天起到现在一直是九人团队，我们没变过。所以在这个企业上，我们不仅下大力气，我们也用足了智慧，用人本地化、文化本地化和效益本地化。我们首先就向塞尔维亚承诺了5000名员工。 Для работников металлургического комбината это стало большой новостью, а для команды из Китая – тяжелой ответственностью. Через 2 месяца председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Сербию специально приехал сюда.我们不需要拍胸脯跨海口，但是只需要一份非常诚恳严肃的承诺。中国人讲，言必信，行必果，也就是说，我们一诺千金，我们所承诺的事情，我们一定要兑现。 提供先进的技术管理设备，开拓更好的市场，改善这里的就业环境，惠及广大的民生。Najbitnije promjene su se desile po meni
dolaskom predsjednika Narodne Republike Kine, predsjednik Xi Jinpinga, jer tada je narod, to jest radnici, svi verovao, nije verovao, ali sa dolaskom već je sa oduševljenjem, znači video da... За уверенностью и надеждой сербского народа стояли искренние намерения и действия китайцев. Это стало совместной борьбой 9 китайцев и более 5000 сербов. Углубление технологического сотрудничества способствует интеграции глобальных ресурсов. В течение полугода металлургический комбинат перешел от убыточности к рентабельности и стал стабильно ставить новые рекорды по объему производства стали, превратившись в самое крупное экспортно-ориентированное предприятие в Сербии. А после 19 лет участвовал сам и доживел сам успан и пад в этой фабрике. С обзором, пре едно 8 година, и сада је разлика веома велика. Па лично значи да могу да са својом породицом планирам у будућности, значи да проширим породицу ако буде требало, и сигурни живот, и стабилни. Сегодня семья дерева, опорой экономики которого является металлургический комбинат, увеличил свои бюджетные поступления в 2 с лишним раза и вышел на первое место в Сербии по рождаемости, а уровень безработицы здесь упал с 18% до 6%. Этот город на берегу Голубого Дуная снова достиг процветания благодаря инициативе «Один поезд, один путь». Доброе отношение к соседям и стремление помогать другим – это широкое мировоззрение, которое глубоко укоренилось в менталитете китайцев. За 10 лет в ходе коллективного строительства в рамках инициативы «Один поезд, один путь» Китаю совместно со странами-партнерами удалось создать огромное количество рабочих мест и воспитать множество молодых технических специалистов. Португалия – важный транспортный узел, соединяющий сухопутный и морской шелковый путь. В доме музея Медейроса и Алмейды в Лиссабоне хранится белая фарфоровая чаша с синими узорами, обожженная в период правления императора Шидзуна из династии Мин. Очевидно, что китайские мастера того времени были незнакомы с западной письменностью и геральдикой. Буквы на небесном глобусе упрощены неправильно, а щиты перевернуты. Подобное незнание и неправильное написание – забавный факт из истории самых ранних китайско-португальских контактов. Движение от отчужденности к взаимопониманию и достижению взаимовыигрыша через сотрудничество – норма во взаимоотношениях между разными странами и народами вдоль одного пояса, одного пути. В декабре 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Португалию. Лидеры двух государств стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании в области совместного продвижения строительства в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и ряда других двусторонних документов о сотрудничестве, в том числе взаимодействия в отношении мастерской Лубаня. Мастерская Лубаня, специализирующаяся на профессиональном образовании, одна из важных платформ сотрудничества в рамках «Одного пояса, одного пути». В том же году профессор Лукас из Политехнического института Сетубала первый раз увидел искусный замок Лубани. Quando eu faço essa apresentação, eu normalmente comparo o Luban ao nosso Da Vinci. A imagem que eu passo sempre do Luban é um artesão, um arquiteto, um homem metódico, com princípios. Китай – мировой лидер по масштабам промышленного производства, а Португалия – одна из старейших индустриально развитых стран Европы. Сотрудничество Китая и Португалии с самого начала представляло собой сложную смесь из радостных эмоций и противоречий. 中国对装配的速度、工艺是有要求的。 可是葡萄牙的学生和老师就认为 so difficult 就太难了。 Португальские преподаватели и студенты уделяют больше внимания теории и программированию, в то время как китайские преподаватели и студенты в большей мере делают упор на практику и скорость. За 5 лет притирки интеграция подходов двух сторон ускорилась. Через 5 лет для них была проведена проверка соревнованиями.
16 мая 2023 года. Идет напряженная подготовка к конкурсу профессионального мастерства. 8 стран, 8 представительных команд. Меньше чем через полчаса начнется состязание по установке и отладке интеллектуальной производственной линии в рамках международного гостевого турнира под эгидой мастерской Дубани. Каждая команда, участвующая в конкурсе, состоит из одного китайского и одного иностранного студента. Цзиньский профессионально-технический институт электромеханики и португальский политехнический институт Сетубала совместно направили на соревнования две команды. Первая команда – это Ван Бо и Педро, а вторая – Ян Шаофей и Мартин. Система автоматической сортировки материалов разделена на две части – переднюю и заднюю. Каждый из студентов отвечает за один край. Они должны по отдельности выполнить программирование двух частей, а затем с помощью коммуникационного соединения объединить все это в одну производственную линию, которая должна будет осуществить весь рабочий процесс в течение определенного времени. The ABB robot system. It's something that I had never had the chance to use before. Конкурс – это проверка студентов на скорость, творческие способности и мастерство программирования, а также на навыки сотрудничества между людьми из разных стран. Коммуникационное соединение – это последний шаг, а также сложный аспект конкурса, через который два члена команды испытываются на взаимопонимание и взаимодействие. Me and my colleague, we already have a strategy in place. Производственная линия, запущенная Ван Бо и Петро, первой среди линий 8 команд, участвующих в конкурсе, выполнила полный рабочий цикл. Однако их товарищи Ян Шаофей и Мартин столкнулись с трудностями. В такие моменты крайне важными кажутся сплоченность и доверие. Viram a tecnologia da China, viram o ensino da China, viram o povo da China, interagiram com eles. Isto são experiências que não têm preço. Процессе притирки, углубление осмысления в ходе общения, получение обоюдного прогресса через борьбу и взаимовыигрыша через сотрудничество – это бесценные сокровища, обретенные ими благодаря совместному строительству одного пояса, одного пути. Se não fosse pela oficina Luban, acho que nunca teria a oportunidade de experimentar as coisas que eu experimentei aqui à oficina Luban. Ou seja, eu hoje em dia acho que estou apto, posso exercer na área da robótica, na área da automação. Мастерская в Лубане пересекла океан, чтобы Китай и страны-партнеры по коллективному строительству ускорили сотрудничество в разных сферах, обмен технологиями и согласование различных концепций. В сентябре 2018 года председатель Си Цзиньпин объявил на пекинском саммите форума китайско-африканского сотрудничества о том, что в целях обеспечения профессиональной подготовки африканской молодежи в Африке будет создано 10 мастерских в Лубане. На 21-м заседании Совета глав государств-членов ШОС председатель Си Цзиньпин предложил в течение 3 лет основать 10 мастерских в Лубане, чтобы помочь странам, которые нуждаются в этом, усилить наращивание потенциала, повысить уровень благосостояния и улучшить качество жизни народа. Все больше молодежи от Азии до Европы и Африки овладевают передовыми практическими навыками и получают более широкое пространство для развития. Такого рода проекты, они являются очень востребованными, очень важными. Я бы сказал, что для студентов высших учебных заведений и профессиональных, значит, наших техникумов открываются очень большие возможности. Quand j'étais petit, je voulais être un conducteur de chemin de fer. Maintenant, puisque les Chinois nous ont donné cette chance, j'ai assisté. Ils sont l'exemple pour nous. À les suivre et à leur trace.
On sera la première promotion dans l'Afrique plutôt, puisque nous sommes la première promotion de l'atelier de plomb. Древняя восточная страна, предложившая совместное строительство в рамках инициативы «Один пояс, один путь», излучает неповторимое очарование, которое вызывает интерес к разным аспектам, от китайских технических навыков до китайской культуры и китайского пути развития, мотивируя все больше молодежи на то, чтобы приехать в Китай. The Belt and Road Initiative brought me here. So I just wanted to know more about the China's history and culture and the people and most importantly the development. My country, we have approximately 13 projects that have been developed by through the BRI initiative. Now come and practically know and learn more about the Belt and Road. I have been keep on searching about the how China has made huge progress in such a short span of time. It's very important. В институт «Один пояс, один путь» Пекинского педагогического университета каждый год приезжает много студентов из стран-участников совместного строительства «Одного пояса, одного пути». В аудитории сейчас рассказывают о процессе развития китайских деревень, включающем избавление от бедности и движение по дороге, ведущей к средней зажиточности, который начался после перехода к политике реформы открытости. Это одна из самых популярных тем среди студентов из разных стран. Деревня Джангэджуан в районе Чанпин города Пекин когда-то была такой же бедной и отсталой, как большинство китайских деревень. В конце 90-х годов прошлого века деревня Джангэджуан, пользуясь возможностями, которые открылись через политику реформы открытости, стала развивать коллективный сектор экономики и пошла по пути возрождения производства на селе. I'm impressed in many aspects. Before coming here, I had a background of how China is going to be, or like I have a thought of how this country is going to be, but to be honest, once I came here, it was more than what I've expected. Это яркий путь Китая, который все так же непрерывно меняется и развивается. Здесь бьет ключом радость развития, которую могут ощутить все страны, участвующие в коллективном строительстве одного пояса, одного пути. I know that China has made very huge progress in the field of technology. There are many technological things that has to be implemented in my country. Один пояс, один путь – это связующее звено, которое объединяет всех тех, кто мечтает о развитии своей страны и готов работать вместе. You can be developing your own country, like China has done. But at the same time, hold hands with other countries and support them to also develop their own countries. This is a big day for you. This is great. Congratulations. You're great. Единодушного реагирования на вызовы до повышения уровня народного благосостояния, от сотрудничества по межправительственным проектам до дружбы между нациями, связь между народами – это самая базовая, надежная и долговечная форма взаимосвязи. It's simply a convergence of values, value systems of communities, nations, peoples are what bring people together. We would like to see humanity move towards fair and justice. These values are what bring people together. أتمنى تبادل أقوى وأكثر بين الشباب حتى نقرب شعوب من بعضها بعض. هي قريبة لبعضها ولكن نقربهم أكثر. تكون في فائدة للإفريقيا وللبشرية بصفة عامة. صح العلاقات بين الشعوب هي أجمل شيء ممكن في البشرية. Благодаря душевному общению мы можем добиться устойчивых результатов. За последние 10 лет совместное строительство в рамках инициативы «Один пояс, один путь», олицетворяя стремление людей к лучшей жизни, объединило мечты большего количества стран и народов в общее чаяние, которое помогло возвести множество мостов коммуникации и открыть бесчисленные душевные окна. Пусть
Пусть рост и развитие принесут пользу многим странам. Пусть все больше людей радуются счастью и здоровью. Это самая теплая и трогательная история в бесконечной повести про один.